не поверите, но я отрыл этот фрукт, и он называется гранадилла. На две вот такие штучки я отвалил 400. Надеюсь, это обоснованная цена. Потому что, камон, за две фруктинки 400 рублей... Выглядит он вот так вот, кстати, очень твердый. Я подготовил палочки для суши, потому что чувак на видосе ел палочками. Сейчас, по идее, его нужно прям раздавить. Опа! Ребята, у меня на палец провалился, я не могу сказать, что это приятно, потому что это нифига не приятно. Пахнет вообще травой. Ну, я надеюсь, что это все-таки будет вкусно. Ну, как бы ок. Давайте пробовать. Вот я вам сразу могу сказать, что это крыжовник. Очень хрустящий крыжовник. Прям такой, как в деревне, сочный, спелый. Это вкусно, но 4 сотни не стоит. Вообще никак.